Друзья, всем доброго времени суток, всем привет из сегодня солнечной Германии. Вчера была в цветочном магазине, поехала купить средства, потому что мыши начали ходить пешком. Ну, вот как у себя дома, средства, которые в том году покупали, в этом году уже оказывается запрещено, потому что оно хорошо действовало. Купили другое, такую мышеловку. Вот, но вот в дополнение давали еще цветы. И я вот хочу сегодня, ну, не просто рассказать, показать, конечно же, куда я их высажу, а еще хочу вот сказать вам, рассказать о том, что бывает такое, что думаешь или читаешь информацию, что растение морозостойкое, но иногда это работает наоборот. Вот у меня есть такой опыт вот с Арастахисом Иваренге. И буду рассказывать, что я предпринимаю в таком случае. И начну я из вот этого растения. Это горноколосник называется, или Арастахис Иваренге. Очень красивое, необычное растение. В прошлом году я его приобрела и посадила вот сюда. И в интернете написано, что зона морозостойкости 4. Я была просто уверена, что это растение останется и на следующий год. Но к большому моему удивлению, Арастахис не вышел из зимы. И в этом году я долго его искала в наших магазинах. И для этого растения, вот хочу немножечко показать, что оно вытянутое. В прошлом году было эстетически более привлекательное. В этом году немножечко вытянутое, потому что, наверное, стояло где-то в помещении и недополучало солнце. Я его постоянно искала в наших магазинах и даже оставила для него вот этот синий вазон. Вот я думаю, сейчас примерю. Вот, я думаю, что вот тоже бы классно смотрелось. Или? И только я позавчера высадила в этот вазон, не дождавшись Арастахиса, вот такой мелкий седум, так сразу же встретила в магазине это чудо. Немножечко пофилософствую. Вот иногда ситуацию надо отпускать. И как только мы отпускаем что-то, оно сразу становится реальностью. У меня, по крайней мере, это так. Поэтому буду искать новый вазон, новый декоративный вазон для него. Но не то чтобы новый, но другой. И перейдем к этому растению, к этой группе. Вот если Арастахис я целенаправленно искала, то вот это чудо я купила вчера спонтанно. Точнее, муж увидел, как мне нравится, и он мне купил. Значит, здесь вот наборчик. Сейчас объясню. Смотрите, какая красота, как свисает. И там некоторые видно было, что цветут розовым, но я взяла без цветения, потому что мне вот это свисание здесь понравилось. Я кручу, и вот третий такой компонент. Я не называю название. Почему? Сейчас возьму повыше и вот так покажу. Вот у нас уже солнышко приходит. Я не знаю, так лучше. Ой, как красиво, как переливаются эти листочки. Смотрите, какой седум. Я знаю этот седум. Это седум ореганум.
Так, и вот третье. И вот смотрите, здесь они даже два. Одно растение залезло на второе. Так. Возвращаюсь назад. Аккуратно. То, что это орегано, я знаю. Я покупала такой в прошлом году. Вот он. Вот он, красавчик. Видите, какой цвет на солнце приобрел? Разрастается бешено. Я тут уже его пообрывала, как только могла. Вот это точно седум орегано. Что вот это? На упаковке абсолютно никакого названия. Трио Мио Фицепрофис. Профессионалы жары, то есть жароустойчивые растения. То же самое написано. Жара и сухость, никаких проблем для этих растений. И сейчас переведу, что здесь написано. Сейчас, минуточку. Так как название не написано, то я сразу вот захожу на сайт. Я его вот у себя вбила. И вот давайте просто посмотрим, что они нам тут пишут. Мы сразу переведем на русский язык. Вот. Простые в уходе профессионалы в области обогрева. Ну, дословно прямо переводить никогда не надо. То есть, когда жарко, то это профессионалы в жару. Специалисты из царства растений, которые хорошо справляются с жаркими и засушливыми условиями лета. И что здесь мы видим? Здесь мы видим вот даже не только растения, вот даже пример, как они оформлены. Можно использовать на террасе, они легкие в уходе. Небольшого полива достаточно, лето до осени. Да, действительно, эти растения цветут и летом, и до поздней осени. И сейчас посмотрим, что-то я вышла. Опять на русский. Что здесь нам предлагают? Ввиду все более жарких летних дней и экстремальных погодных явлений, таких как засуха, выбор растений для балкона и террас становится все более сложной задачей. Специалисты по теплу, это они так называют эти растения, это специалисты из царства растений, которые хорошо справляются с жарой и засухой летом. Прочные профессиональные тепловые растения позволяют легко ухаживать за растениями, требующими мало воды после того, как растения укореняются в земле. Но это то, что здесь вот написано. Я просмотрела, моих растений здесь уже нет. Значит, они проданы, то есть они завезены, развезены по магазинам. Это мне надо сделать фотографию, прислать им, и они скажут, как это растение называется. Но я попробую обратиться сейчас, как всегда, к дядюшке Гуглу. Друзья, информацию об этом растении я нашла. Оно называется Аптения сердцелистная вариегатная. Сейчас немножечко расскажу о нем. Это многолетнее суккулентное растение, достигающее в природе до 25 сантиметров высотой. Побеги у него стелющиеся и раскидистые. Вот это так и есть. А вот листья овальные и мясистые, серо-зеленые, или же вот как варигатный вариант с вот этой желтиночкой, желтизной. Это растение цветет, и цветочки такие ярко-пурпурные, розово-сиреневые, малиновые, ну окрас может быть, они находятся в местах прикрепления сидячих листьев. Они могут быть как верхушечные, так и пазушные. Вот здесь, вот в пазухе. Вот такое чудное растение. А вот это растение я так и не смогла определить.
Потому что когда я делала скриншот для Гугла, вот понимаете, с любой стороны заходила, вот это же заползло сюда. Может как-то вот, вот сейчас попробую вот так убрать и посмотреть. Еще раз сделать скриншот, что это за растение. В общем, получилось у меня как получилось. И интернет пишет, что это эхеверия. Опыт с эхеверией в открытом грунте у меня тоже есть. Она тоже не перезимовала. Поэтому буду оформлять эти растения в какой-то интересный вазон. Конечно же, с тем, чтобы зимой забрать их в холодное помещение. Ну, вот этот седум не обязательно забирать. Я уже немножко подумала, куда я высажу его. Вот посмотрите, здесь у меня такой вазончик импровизированный. Это я мешковину сама сделала. Дожди, не дожди, игаль. Ой, все равно. Вот здесь у меня лаванда, такая необычная лаванда. Не такая, как обычно. Цветочки другие. Но это тоже не важно. В общем, я думаю, лаванда же должна пойти в открытый грунт рано или поздно. Я думаю, что вот это чудо будет здесь классно смотреться. Ну, не так, как я сейчас показываю. Конечно, я прям сейчас красиво оформлю. Сейчас высажу и покажу вам. Знаете, что еще хочу сказать? Вот понимаете, какой соблазн. Вот делают такие композиции. Вот можно, конечно, отдельно купить любое растение. Но вот они из самое удачливое сочетание делают. И вот ходишь, смотришь. Ой, отпало. Вот я. Вот ходишь, смотришь, пройдешь мимо. Думаешь, да нет, не буду брать. И еще раз пройдешь мимо. Вот третий раз точно не надо подходить. А на третий раз подходишь, и так тебе это нравится, что вот я даже не хочу их разделять. Можно разделить. Можно опять-таки в любой части каменной горки поставить. Я же буду менять каменную горку. Буду ее делать прям красивой-красивой. Вот. Но вот то, что скомбинировали флористы, лучше всех моих решений, поэтому так и оставлю. Вот уже я высадила растение вот в такой вазон, декоративный вазон. Вы знаете, мне так нравится женская логика, потому что она самая гибкая в мире. Вот сказала женщина утром, что вечером оденет блузку в розовом, а потом одела в белом цвете. И это же нормально, даже прекрасно. С ней никогда не соскучишься. Чем мне еще нравится контейнерное озеленение, что вот этот вазон можно поставить где угодно, даже прикопать в земле в той части сада, где вам бы это больше понравилось, или поставить в другой декоративный вазон, если отверстие подойдет. Вот так выглядит вот эта композиция. Вот здесь смотрите, вот, пожалуйста, свисающий эффект. Здесь тоже они расположились. Сейчас покажу, где это будет все у меня стоять. Вот здесь будет стоять этот декоративный вазон. Петунью куда-то в другое место поставлю. Решила так, пока пила чашечку кофе. Так что это виной всему чашка кофе. Что все-таки на моей каменной горке преобладают именно такого рода растения. Поэтому и этим место здесь же. Понятно, что вот со всех сторон показать удобно не могу. Потому что там еще растения впереди растут. Но, в общем, картина понятная. Что хочу еще рассказать и показать.
вот такие растения, которые имеют ампельный эффект, то есть свисают, их сложно пересаживать, не повредив. Я покажу, как это делаю я. Я извлекаю растение из горшка. Вот, посмотрите, какая прекрасная корневая система. И вот такое растение, которое, во-первых, вот их листья, они напитаны водой. Их легко поломать. Более что есть вот этот ампельный эффект, свисающие части растения. Вот я думаю, что многие знают этот метод, но на всякий случай я его покажу. Я контейнер от этих прекрасных, чудесных растений поместила в тот контейнер, в котором они будут расти. Заполнила вокруг землей, пролила. Сейчас добавлю вот здесь еще земли. И только потом поставлю вот эту часть. Она очень прекрасно войдет, потому что вот размер сохраняется. Вот таким образом мы переваливаем практически растения из одного контейнера в другой. А вот в этот вазон, в который я планировала посадить трио, я высадила свой седум, очиток, который был вот в этом очень красивом декоративном вазоне. Он зимостойкий, он сбрасывает на зиму листья, но хорошо переносит морозы и весной восстанавливается. А листья ивы я оставила и даже вот так сверху задекорировала, так как я подсматриваю в наших цветочных магазинах, флористы украшают свои композиции. Также оставила ежика, он по цвету подходит к листьям седума. Он в контейнере, который можно вынять и при желании опять-таки пересадить в любую часть сада. Вот такая общая картина получается. Вот такая игра красок. А в этот вазон поселился Аростахис Иверенге. Вот я его немножечко приподняла, поставила у основания каменной горки. Почему я сделала такую пересадку? Я его попытаюсь сохранить и на зиму занести в помещение. И, конечно же, в этом вазоне мне будет более приятно на него смотреть. Поэтому вот такой выбор. И, как говорится, если в кадре есть ружье, то оно в процессе спектакля должно выстрелить. Вот этот декор мелькал у меня в начале видео. Я его поставила, чтобы сама лично не забыла рассказать о нем. Вот эти кувшинчики я уже показывала. Они у меня присутствуют в цветочных композициях. Вот сейчас посмотрим. Вот, к примеру. Вот и вазон такой. И здесь же лежит кувшинчик. Сейчас посмотрю, где я еще поставила. Вот здесь тоже. Здесь у меня три сорта каменных роз. И вот тоже это декор. И эти стоят на всякий случай, чтобы не было вдруг мало. А вот эти тятьки я уже купила давно. И все про них забываю. Где их используют? Вот я вот сюда уже поставила, чтобы показать. Вот так их ставят. Знаете, когда глаз засыпается, всегда интересно, что это. Могут еще ставить кусочки зеркала. Если это использовать, то, конечно, вот ракушки, я думаю, что должны уйти. Потому что будет перебор. И вот так ставят
Вот здесь, например, вот эта часть уже отмерла. Вот отмерла. И можно вот так сюда вот так поставить. Вот только размерчики должны не оба высоких быть, а один выше, один ниже. И вот когда каменные розы нарастают, они практически заполняют все место. И вот этот декор очень интересно смотрится. Это всегда такая, знаете, изюминка, интрига композиции. Ну что, мои хорошие, я поделилась сегодня с вами теми растениями, которые пополнили мой контейнерный садик. Растения, которые жароустойчивы и не требуют особого ухода. Украшайте свои сады, и пусть они будут у вас самые красивые. Всем мира и добра!